Каждая нота из-под смычка Владислава Смирнова калейдоскопом эмоций отражается в его движениях и на его лице. Владислав – виолончелист эмоциональный и, безусловно, талантливый. Хотя, когда он впервые взял в руки виолончель, о себе нередко слышал – посредственность. Тогда ему было 11, довольно поздно для того, чтобы осваивать новый инструмент. Сегодня 18, и вот уже первый большой сольный концерт. Я был тогда маленький, и для меня это как-то было без разницы, что там, как меня называют. Ну, понравилось мне виолончель, как она звучит, и решил пойти. Как бы это было принято достаточно спонтанное решение. И, собственно, конечно, я не пожалел об этом. Это будет дебют со сложнейшей классической программой – Бах, Шуман, Брамс. Более того, на сцене в одной мелодии соединятся юность в лице Владислава и опыт – это пианист Сурен Вартанян. Вместе они сыграют фантастические пьесы Шумана и сонату Брамса. Во время репетиции с Владом я зачастую забываю, что он ровесник моих студентов. Мы общаемся практически на равных, как два партнера. И, ну, действительно, с огромным удовольствием работаю с этим человеком. Одаренный, талантливый, и что больше всего мне нравится, у него очень высокая планка требований к себе, к своему профессиональному уровню. Сегодня Владислав еще продолжает учиться в музыкальном колледже имени Шопена в Москве, параллельно играет в юношеском оркестре. Солистов путем жесткого отбора 2 года назад по всей стране собрал знаменитый Юрий Башмет. В составе оркестра Владислав уже играл в 5 городах России, Швейцарии, Бельгии, Германии. Впереди Америка, Англия и Франция. Но до этого ему еще предстоит блистать на первом в своей карьере сольном концерте. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.